have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, мы с вами на Странном Западе. 4 дня у нас осталось на второстепенный квест. Да, также мне игра сейчас при загрузке напомнила, что у меня есть 2 неиспользованных, способности. Да, я могу теперь прокачать любую вещь, которую я хочу. Так, враги вокруг вас на 8 секунд становятся вашими союзниками. Это на самом деле круто. И сколько раз его можно будет прокачать? Ну, то есть это определенный... Я просто хочу понять, это набивные или... Ну, так, ладно. Лука у меня, кстати, до сих пор нет, так же, как и дробовика. Поэтому понять... В течение 5 секунд после выстрела не требуется перезарядка? Это как вообще? Ого. Так, хорошо. Я до сих пор не знаю, хочу ли я этого, не хочу. Так, быстрая реакция, время для вас замедляется на 6 секунд, вы двигаетесь быстрее обычного. Это, конечно, тоже круто. Подожду пока что, пока не припекает. Кстати, а почему все так... Альт? Да, альт. Почему все стало так замедленно? У меня есть связка динамита, урон 100. Снаряд динамита, урон 100. А... Ладно. Это что? Фига себе! А я в Макс Пейна играю, оказывается. Я такой смотрю, там написано левый shift в сторону. Они сами не восстанавливаются. Окей. Так, быстро сохрани эксперименты. А, спасибо. Хотите экспериментировать или испытать новую рискованную идею? На Западе возможно все. Вы можете незаметно путешествовать по карте, открывать локации, которым вы еще не готовы, и даже избавляться от важных для сюжета персонажей. Чтобы вы ни наделали, вы всегда можете завершить свое путешествие. Однако перед тем, как совершить что-то рискованное, используйте F5. Быстро сохраним. Короче, да, это еще одна отсылочка на старые игры. И еще больше меня роднит с Desperados. Если что, я же опять говорю, что Desperados у нас есть на канале. По крайней мере, оригинальная первая часть, которая мне нравится больше всего. Там вот F5 и F9 было очень много. Так, быстрым за та-та-та-та-та-та. Да, оно работает. Супер. У нас там есть 2 чебурека. А как там... Control. 2 чебурека. Так. Не только оружие. Используйте окружающие предметы. А что нам там предлагают? Не вижу. В свою пользу. Выстрелите в лампу, чтобы разлить масло по траве и поджечь его, создав смертельно опасную ловушку. Лампа. Ну, давайте попробуем, кстати. А я могу? О, я могу. Тот момент, когда у чуваков подгорает. Ой, там что? По-моему, это мы... Оно продолжает гореть и сюда. Это, кстати, неплохо. -3, -3, -3. Я так понимаю, повозка горит, да? Можно я к этому ошметочку? Стрелок. Обыскать. Нет, что ты, зачем? Не... А когда я лопату успел подобрать? Погодите. Это произошло в прошлый раз? Так, буду забирать все. Пошли нафиг. Заряды. Так, минуточку. Дробовик! У меня появился дробовик. И окаменелая голова. Уже сразу окаменелая. Так, хорошо. Здесь можно использовать environment для...
Ящик пусто. Ну зачем вы так разочаровываете? То есть я мог сюда простелсить. Неплохо. Встань, пожалуйста. Так, а вот ты у нас окаменелась. Третья. Блин, а их нормально так дают, кстати. Может, все-таки использовать. Дробаш. Да, у меня появился на нем 16 патронов. Ну да, дальность у него довольно такая себе. 5 патронов в загашнике. Неплохо. Альт, револьвер. Зарядить. Там у нас есть еще 2. Не 2, больше. Вон чувак. Ага. F5. Знаете что, теперь, по-моему, с этого будет начинаться. Блин, знать бы их в Юконы, это было бы вообще суперски. Там вон я вижу бочку. Да, дробаш слишком... А, они еще ничего не поняли из-за того, что бочка их оглушила. Они ничего не поняли. Красиво. Зачем? Я не собирался это использовать. Теперь я собираюсь это использовать. Так, X. Я, по-моему, какую-то зельку использовал. В общем, бинт лечит почти полностью. Это очень крутая штука. Нужно стараться... Да, я понимаю, тут, скорее всего, налажал. Я заберу. Нужно учиться пользоваться тем, что у нас есть. Колода карт, спасибо. И пушки нужно будет потом тоже посмотреть. Оу, двуствольный стабс. Боезапас 2. А, кстати, это хорошая вещь должна быть. И вот патрончики на дробаш. Ружье для этого. Пустая бутылка. Зачем она мне? О, погоди. Жрачка. Это я возьму. Это я... Можно будет сейчас... Так, это... Поспать. Взять. 8 часов. Да нет, я время потеряю. Мне не надо. Давайте я сейчас приготовлю что-нибудь. Мне нужно 10 очков здоровья. Все, отлично. Вполне сойдет. F5. А, надо... Да, кстати, видите, полоска фиолетовая набирается во время боя. Давайте посмотрим, что мы можем сделать по оружию. Ну, не сделать, а поставить. А, блин. Дробаши. Вот это дробаш. 70. А, Таузер. 8 патронов. 70. Ну, нет, я, конечно, вот это поставлю, потому что... Оно все равно бьет в упор, но так можно чувака, по крайней мере, завалить. Хорошо, насчет винтовки. Винтовка у меня вот эта 35, 35, 35. С этим ничего такого. Револьвер 30. 17. 17 это, ну, скорость атаки, конечно, быстрая. Может попробовать. Ну, в два раза больше боезапас. Это получится, что просто скорострельность выше. Ты выигрываешь примерно по 2 поинта на пулю. Но тратишь больше пуль. 17, 12. Не знаю, надо подумать насчет этого. Дробовик Вдовий Рог. Кстати, смотрите, у нас обычный дробаш был
А, это ружье, Таузер. Не-не-не, все, я понял. Сравню дробаш и двустволку. Дробаш был 40, боезапас 5, ближняя обычная 70. Да, я все-таки предпочту вот это. Еще лука мне не хватает, я бы хотел, наверное. Сундучок. А ты кто? Ага, простая куртка из оленей шкуры. Куртки. Пулю она не остановит, но жизнь все же может спасти. Куртки увеличивают запас брони, уменьшают получаемый вами урон. В большинстве городов есть магазины кинжала и кости, где можно приобрести дешевые куртки. А в лагерях зверолов качество товара будет уже выше. Я понял. Мне ее надо как-то одеть, желательно. Она оделась. А что мне есть? А, оберег я могу еще одеть. Куртка. Защита 5. Устойчивость к молнии, кстати, хорошая. Отлично. Так, я могу... кактус проткнуть. Из кактуса можно выпить, ну, воду, сок и, грубо говоря, полечиться. Отмычка. Спасибо, заберу. Вон еще динамит валяется. Нужно быть повнимательнее к мелочам, потому что мелочей тут очень много. Бинт заберу. Бинты, офигеть, какая полезная штука, ни в коем случае нельзя ими пренебрегать. Еще одна отмычка. Отмычки одноразовые, так что... Блин, быстро, где-нибудь на быстро... Ну, не то, чтобы на быстрый доступ, а... Почему я продолжаю нажимать? Надо аккуратнее с употреблением. Так, значит... нет, не ай. Вот так. И... Вот, наверное, вот так пока что. Тут у меня есть... Почти что 4 обоймы. Это лампа разлил... Это я мог поджечь, да, вот эту часть? Ага. Я понял. Хорошо. Я сейчас в масле, и вон эффект... Если я подойду к огню, оно загорится. Стоп, F5. Просто попробовать. Нет. Я бы просто не удивился, если бы это так случилось. Пока ты в эффекте... Пока у тебя эффект масла идет... Так, там кто-то ходит, или мне кажется? Рывок у ворот. Нажмите левый shift во время прицеливания. Да, это я уже случайно испытал на себе. Чтобы совершить рывок, время замедляется, позволит вернуться вражеской пули, прицелиться и выстрелить в ответ. Эть. Ай, больно. Но урона я много не получил, поэтому... Я могу сейчас вот так вот сделать, проткнуть кактус. Два раза можно из каждого кактуса полечиться. Или один раз. Ну, с этого один раз. Но фишка в том, что можно тупо с кактусов лечиться. Я зря потратил две аптечки и два бинта. Так, перезаряди, пожалуйста. Что у тебя? Двуствольный стабс. Это... О, золотые часики. Хорошо, заберу. Эликсир шестого чувства. Воу. Револьверы. Хорошо. Надо будет потом почитать, что да как да где-то... Спасибо. Осмотрите следы. А, я намок. Можно, кстати, пойти было искупаться. Вот, видите. Долларовая монета. Костер. А, это у них пристаночек такой был. Да ну, возьмись, кость. То есть тут опять же можно было бы приготовить что-нибудь. Очень круто, что столько интерактивных моментов. Минуточку, я обыскал 3 трупа. Обыскан. Обыскан. Во, дружище, тебя-то мне не хватало. Вы заметили следы чьих-то ног. Смотрите, чтобы встать на след. Ящичек. Ничего. Давайте из этого кактуса полечусь.
Я вообще собирался его проткнуть, но ладно. Можно осматривать. Неплохо. Отчетливо отпечатки сапог. Бандиты стоячей воды даже не пытались замести следы. Ну, идем по ним, я так понимаю. Идите по следам бандитов. В такой-то воды. Оно меня пыталось атаковать сейчас? Ну-ка. Место охоты. Здесь останавливается бандит стоячей воды. Хорошо, поехали. Ух, от сохранения поехало. Что-то не так. Волоски на шее встают дыбом, рядом опасность. Там трупы. Ищите следы. Трупы собак, кстати. Мясо я заберу. Мясо всегда можно приготовить. На бедняге даже мяса не было. Так, о, динамит. Золотой самородок. Воу-воу-воу. Ну ты и богатый. Дружище, погоди. А зачем мне сюда? Это за границей карты. Кстати, тут хорошая стрелковая позиция, если что. Ну вот и ты, наконец-то ты здесь. Честно, собирался винтовку достать, ну ладно. А вот и ты, наконец-то ты здесь. Так, таинственная девочка. А, пассажир, вот и ты, значит, все-таки сработало. Это тело идет тебе. На охоту вышла, как я понимаю. Следы тех, кто забрал твою семью, ищешь? Хочешь, подскажу? Иди по следу, пока он еще не остыл. Не хочу страдать из-за тебя ни одной лишней секунды. Так, насчет... Ну, хорошо, я так понял. Насчет этого тела, да. Нам же в первой серии говорили, что нас выбрал там кто-то что-то как-то. Почему пассажир? Ну, опять же, потому что я пассажир в этом теле. Это понятно. А что ты страдаешь-то? Ты поймешь, когда придет время. Почему пассажир? Разве не все мы здесь пассажиры? Плывем в одной лодке без весел по течению жизни. Беспомощный, как палочка в бурном потоке. Что за тело? Мужское тело, бесконечное время. Бесконечное бремя. Оно удерживает тебя здесь, даже если тебе хочется где-то быть где-то еще. Следы. Тебе туда. Давай не будем тратить время. Куда? Туда. Лутаться тут не. Мясо. Тут все специально сделали? А, нет, не все сделали пустым. Угу, следы. Тут много, да, чего такого таинственного. Прах к праху. Эта девочка какая-то мощь. Взгляд мертвый, холодный, точный гранит. Хорошо, хоть указала в правильном направлении. Выбирать не приходится. Да, я понял, что это нам немножечко опять намекает на эту всю сверхъестественность, которая здесь была. Ну-ка, бочечка. Клей. Кузнечные щипцы. Не просто не спрашивайте. Возьму. Возьму. Отказываться от чего-либо смысла не вижу. Пока место есть взять, я возьму. Кувшин. Хоба. Фух. У нас ночь. Я так понимаю, что после этого начнется еще один день. Ну, нет, я понимаю. Насколько это глупо прозвучало, я только сейчас понял. Я имею в виду, что у нас осталось 4 дня. После этой ночи у нас останется 3 дня. Это пойдет еще один день расследования. А то тут эти ответы от капитана очевидности, да? Так, кактус. Вот, вылечусь на фул. Поехали. Отправляемся дальше. Это прям далеко. Вот, видите, начался день. Мы туда придем примерно к полудню. Осталось 3 дня. Угу, сверху. Всех действий есть последствия. Спасибо, капитан очевидности. А что такая загрузка долгая? Ладно.
У тебя есть недобор, бандит. Отвали, Сирена, мы все для вас пол скворечник. Не говори с ним так, идиотишка. Идиотина. У тебя какие-то проблемы с нашим уговором? Они все с мешками на головах ходят, как уроды какие-то. Именно, мы вам не прислуга, мы банда стоящей воды. Потоп бы вас побрал. Знаешь, бандит, у меня от твоих разговоров разгулялся аппетит. Тот кого-то жрать будет? Неплохо, неплохо. Ну а ты, у тебя тоже какие-то проблемы с нашим сотрудничеством? Нет, никаких. Следующая поставка будет лучше, обещаю. Дожди и бури. Да, чувачок веселенький. Запах скручивает желудок. Кажется, здесь сирены питаются. Лишь бы сегодня у них меню не был ваш муж. Блин, мне бы как-то научиться по-тихому вырезать этих приду... Оп, я понял. Мне бы, я же говорю, как-то по-тихому научиться их вырезать. Было бы прям хорошо. Так, время... А время у нас активно, ёлки. Я мог перебежать в это время. Тот дружище пошел на патрулирование. Этот дурачок переходит туда-сюда. Ага, карта у меня... Я не могу... Не могу. Мне бы сейчас лук какой-нибудь или... Ну, я понимаю, могу за счет костяшек себе поставить бесшумное убийство там на какое-то время, но я не хочу. Меня же тут не видно. Я думал, это меня, кстати, только что прибили вот этим звуком. Получилось отвратительно, да, отвратительно. Миночку, я когда в кустах, у меня есть... Вот у меня сейчас было вот значок, что меня не видно. Стрелок. С ложкой ходил. Ну вот, что главное нужно человеку? Ложка. Мачете. О, полный инвентарь. Вы можете бросить ненужные предметы, вкладки, продать в магазине. Кстати, магазин-то у меня так и не было. Вот так мне не видно. Не видно. Хорошо, инвентарь полон. Давайте разбираться. Во-первых, мачете. Скорость атаки обычная, у ножа быстрая. Одеваем мачете. Во-вторых, как там можно было разбирать как-то вещи, да? Джей. Кость, я могу разобрать? Я могу использовать или бросить. Так, хорошо. А, это 30. Это 30. Так, револьверы вроде одинаковые. Эти тоже, я их оставлю. Так, 40. 40. 70. Ай, такой же, как у меня, уже 70, так. Ну что ж, немножко полегчало. Да, немножко места освободилось. Это я тоже заберу. И тоже можно будет его сразу же и разобрать. Ну, если они одинаковые, я просто смысла не вижу. G. Ха-ха, хорошо. Лечиться, это мне нужно бы или костерок найти, или что-то такое. Конечно, опасно сейчас двигаться в таком состоянии.
Патронов у меня ни разу не хорошо. Я хотел его из кустов ножом грохнуть по-тихому, а оно вот как получилось. Так. Что это? Бочку нести. О, вот, у чувака ключ был. Вот я заберу. Ты меня не видел, тебе кажется. Попробуем... А, вон, в Юконе можно более-менее понять по... По карте, я понял. Ну, то есть, иначе их никак не посмотришь, только по карте. Кости, бла-бла-бла, кости как в горле. Погасить лампу. Я могу тут спрятаться? С химикатами. Ага, спрятаться два раза. Блин, тут народище. Мне бы пожрать на самом деле что-нибудь. Ага. Мне бы что-нибудь пожрать. Давайте я вот этого снаружи, которого ушатаю. Я мог сюда просто вот так попасть, да? Вот, мне не видно, но я мокрый. Я уж не знаю, что это значит. Посмотрим сейчас, куда этот дурачок идет. И как я могу к нему подкрасться поближе, если могу. Ты меня не видишь. Это, понимаешь, это вот главная твоя фишка. Ты меня не видишь. А, вон чувак в курятник зашел, где я был. Фига себе. Фига себе, ты телепортнулся. А почему? А я не сохранился, да? Я молодец. С последнего... Блин, а почему я не впятнулся-то? Вот привычку потерял и впятаться, и все. Почему я его не убил-то с первого раза кинжалом-то? Погоди, это какая-то отдельная кнопка нужна для этого? Или что происходит? Smells all wrong here. The sirens have been feeding. Let's hope your husband wasn't on the menu. Так. Секунду, ребят. Я просто сразу подразобрал все, что можно было разобрать. А в этот раз, смотрите, получилось по-другому. А, они вдвоем теперь туда пошли? Но мне ключ нужен. А, вон идет упырь. Так. А что я хочу? Я бы, наверное, вот так вот взял бы. Уворот. Какой ты уворотливый, дружище. Винтовка пока что мне очень нравится. Вот, у него есть такой же мачете. На самом деле все очень печально. О, вот там эти чуваки возвращаются. Я только сейчас заметил. Ну, по крайней мере, один из них. Он пойдет сюда или не пойдет? Пошел другой. Блин, они зовут еще. Ну, я понимаю, что это логично. Они сейчас все переполошились. А, это тоже успокоился. Все, все хорошо, все нормально. Я думал... А, не-не, все хорошо. Так.
неплохо. Я потратил слишком много патронов. А, переключиться, наверное. Да, можно бы. Пока я не найду остальные патроны. Нужно пока что научиться понимать, как это работает. Некоторые вещи. Так что ладно. Ну вот, как бы и патронов немножко подъехало. Останки. Еще скажите, бренные. Нет, оно в меня что-то кинуло, беги! Почему я не сохранился после этой дуэли, кто мне скажет? Ты просто... Слово, вижу, как ко мне летит вот эта фигня. Нет. Большинство людей не могут видеть далеко в темноте. Что делать идеально для... Да, это понятно. А, минутку, ребят. Хотя нет, знаете что, нифига не минутку, стой. Знаете, F5 после каждого трупа. Все, пора привыкать к этому. F5 после каждого, блин, трупа. Сейчас подбегаешь, видишь труп. Ой, какой ужас. Тш, сам становишься трупом. Подбегаешь. Какой труп? Ой, какой ужас. Сам становишься трупом. Все. По вот этой схеме начинаем работать. Крыса. Все нормально? Запираем. Ага, полный инвентарь, я вас понял. Шпора мне, кстати, не так уж и надо, если что. Так. Окей, F5. Еще раз F5, потому что я только что почистил весь инвентарь. Потому что, ну нафиг мне этот риск? Ну вот серьезно, нафиг мне этот риск? Никто не может сражаться. Тот нашел тело. До свидания. Опять? Ну его нафиг. С какой? Третий раз это перепрохожу? Хватит. Мачете убивает. Пока что эта тактика работает. Я не вижу в ней ничего предосудительного. Если это глупо, но это работает, это не глупо. Меня не бьют, я бью. Да, я трачу винтовочные патроны, которые, возможно, дороже обычных. У них ноги отлетают. Привет, дружище, а как ты? Эти меня... А, это ты свеженький у нас, я понял. Крысы их жрут. Немножко, у сожранного трупа я могу отобрать... Оружие там, все дела. Опа, набежало, ребят. За петарды. Так, патрон закончились.
пистолет? Да. Видимо, да. А без этого никак. Он в меня стреляет? Ну, будем по типу вестерна все это делать. Почему бы нет? Так, там еще два человека. Красиво, красиво. Не знаю, вот такой динамичный геймплей мне почему-то тоже нравится. Я сначала подумал, что надо как-то все это простелсить, еще что-то как-то. Да норм, в общем-то. Ну, серьезно. Деньги. У этого ничего нету. Я скоро опять инвентарь забью, но мне настолько пофиг. Ну, тут можно было, да, перекопать столько всего. Я, кстати... Молоточек украсть? Ёлки, я ногу подвернул. На лошади можно явно ускакать было. Так, дверь. Давайте лутать. Что тут есть? Нож. Так, окна вы можете привести. Да? Угу. Понял, но это я уже делал. Такое у нас уже было. Спасибо. Инвентарь перепал. Я вижу еще один ключ. Давайте оружку. Так. Я опять забыл засейвиться. Я молодец. Так, это у нас 20. Среднее. 35. 20. До свидания. И F5. Ничего не забываем. Кружку. Ключик. Ключ от погрева. Кстати, дрожащий рудник в страхе перед горными. Это мы с вами вроде читали. Даже все компании-стервятники преобладают долю в шахте. Маршал требует ввести особую систему для запроса помощи в реле. Мне кажется, что мы это все читали. Ну, опять же, кажется. Вот, Люк. Я твой отец. Отмычка. Там где-то еще один упырь бегает. Это я заберу. Горящий очаг. О, я могу тут приготовить хавчик. В смысле закрыто. Оп. Готовить. Чем могу сожрать? Я могу вот это, вот это, вот это, вот это, ну и вот это. 99. Меня будет бесить. Я еще одну съем. Это не полезно, но я еще одну съем. Люк. Чем, кстати, по патронам? На ружье есть патроны? Я хоть что-то... Нет, блин, на ружье я все потратил. Это печально. Надо будет... Так, так. Гвозди. А гвозди? Так вот же они. Ого! Там прям какой-то подземный ход. Колода карт. Патроны. Я подбираю все. Посмотрим, что получится потом продать. Не получится потом продать. Посмотрим. Дин, стоящая вода. Стрелок. Поговорить? Сумасшедший ублюдок на ферме Белл пальнул по мне из моего собственного пистолета. Кровь не останавливается. Я просто наемник, работаю, но сирены это уж слишком. Бандиты ставили меня тут помирать на прокорм. Надо убираться. Без бинтов я тут помру. Помощь? У меня есть кое-чего ценное взамен. Мужчина. Этот говнюк Шелби прямо засиял при виде него. Сказал, что чем красивее, тем лучше на вкус. Надеюсь, он откусит Шелби кое-что другое. Да-да-да, хе-хе-хе. Да черт с тобой, на бинты. Спасибо большое. Уговор есть уговор. Дай сюда свою карту. Здесь, в одной из могил спрятано кое-какие редкости. Тебе это может понравиться. Это была могила человека по имени Кристофер. Надеюсь, я смогу выбраться отсюда до того, как вернется сирена.
Я себе репутацию подкинул. Мне уж казалось, сегодня меня точно унесет отлив. Спасибо, незнакомка. Надеюсь, я когда-нибудь смогу тебе отплатить. Верный друг. Единственное... Фига себе, верные друзья. Люди, которым вы помогли, могут стать вашими верными друзьями. Верные друзья иногда приходят на помощь в безнадежной ситуации и спасают вас от неминуемой гибели. Это как темный незнакомец в Fallout. Ну, нести. Зачем мне мешок-то нести? Ой, стой, а ты кто? Кость. Останки. Да брось ты его. Зачем я их пооткидывал, эти мешки? Что тут? О, да там кто-то есть, кстати. Ладно, ребятушки, тогда давайте на этом моменте заканчивать. F5, я не забыл. Осталось 3 дня отправиться на помощь тайника. Может быть, вернемся просто наверх, освободим того чувака? Я не знаю, пойдем с нами или просто побежит. Увидимся уже тогда в следующей серии. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Давай, пока, чувак. Тебе тоже удачи. Добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.